Я нахожусь в зале, который имеет название Халиса. Халиса – это такой район в Хайфе. Древний, старый район, живут тут в основном арабы, ну, немножко русских, арабы и мусульмане, и крестьяне. А я работаю сейчас в новом спортивном зале. Сейчас мы с вами пойдем и посмотрим, что же это за зал. Давайте зайдем в зал. Это лобби. Конечно, не ахти. В моем зале в Рамат-Талоне лобби в два раза больше. В 10 раз больше. И вот сам зал. Зал, конечно, новый. А когда новое, это всегда хорошо. Трибуны маленькие, всего лишь 100 мест. Это комната для оборудования. Большая комната. Эх, жалко, хозяина нет в этом зале. Так можно было красиво все оборудовать. А где же, извините меня, туалет? Так вот, чтобы найти туалет, ты выходишь из зала. Вот. Выходим из зала. Натыкаемся на табличку «Мадригот», лестницы. Потом смотрим на другую табличку «Ширутим», то бишь туалет. И она показывает куда. Идем. Вот так вот захотел в туалет. Бежишь, бежишь. Из зала вниз. Успею, не успею, но все равно бежишь, бежишь. Вот. Ай-яй-яй. Бежишь, бежишь. Написано «Кома минус хат, минус первый этаж». И вот, наконец-то, долгожданные туалеты. Это мужской, а там был женский. Даже можно включить свет. Тоже есть на минус первом этаже. Но это балетная комната. Вот такая комната, большая. Что же здесь? О, это пожарный выход, который закрыт. Ну, бывает. Кстати, самое интересное, что все пожарные выходы, когда работает зал, должны быть открыты. Идем дальше по катакомбам. Вот тут какая-то дверь, написано «Выход». Я так думаю, это тоже пожарный выход. Идем дальше. Миклоход. Раздевалки. Ну, давайте зайдем в первую раздевалку. Я так и не понял, где женская, где мужская, ну ладно. Обычно две команды, для одной команды и для второй. Вот это сама раздевалка. Это душ. Кстати, что интересно, видите? Душ предусматривает и сидячая. А самое интересное, здесь есть лифт.
едет. Ну, всем откройся. Привет. Дверь. Это он сказал, что дверь закрывается и лифт поднимается. Едем вверх. Нулевой этаж. Вот он такой новый спортивный зал Халиса. Рухим абаим. Или добро пожаловать.